сейчас мы находимся в мастерской другого скульптора Ашота Казаряна. И, собственно, тоже хочется поговорить на ту же тему, сколько лет в этом замечательном доме он работает, над какими работами он сейчас трудится. И вот так вот немножко, если можно, мы посмотрим работы, и Ашот нам расскажет. Что рассказать? Ну вот сколько лет вы здесь уже? 95-го года, 1900. Угу. 95-го года, это уже много. Много, да. Это уже 27 лет уже, да? Да, да, да. Да, 27 лет я здесь. Ну как, я творец. Угу. Начинаю так. Понимаешь, кто-то лепит, как-то лепит, все лепит. Я творец. Почему? Потому что лепить... всех можно учить. Uh-huh. А вот творить, это зависит от Бога. Uh-huh. Тема у меня больше мифологические темы. Потому что, как великие много художников взяли мифологические темы и создали свое время. Возьмем Даная, да, Адалиска, женские фигуры, потому что я считаю, женские фигуры можно создать, если мне это дано. Ева стучит дверь по ту сторону мира, да? Юдзив, еврейский героиня, да? Леда, вот там Леда, который, знаете про Леда, знаете, да? Леда, черный квадрат по ту сторону мира. Про Малевич я душу открывал, все закрывали, а я открыл. Христос воскрес, прощение Христа. Сафо Лира, греческая поэтесса. Лира внутри. Вот это любимая работа для Растраповича, у него в школе стоит. Я смотрю, вы с бронзы чаще всего работаете. Это мое. Если скульптор не находит свой материал, это не скульптор. Это уже начинает химичить. Дон Кихот. Работа называется «Чудак, ты чудак, Дон Кихот». Это я, маленький Ашот. Здесь тоже маленький Ашот, это я. Это Сервантес. Сервантес, маска Дон Кихота. Вот там, вот это, реквием, погибший армянский землетрясение. Там портрет у меня Кустодиев. Так, это Достоевский. Немцы, когда фильм снимали, вот фильм снимали про меня. У меня просто много фильмов. А даже у бронзовых моделей всегда в глине только? Есть. Ой, да-да-да, всегда в глине есть сначала, нет, да? Нет, надо ли без глины, или пластилин, потом гипс, потом период воск, потом бронза. Это через... То есть достаточно длительный процесс, все да, это занимает да, времени, да? Да, да. Я еще рисовальщик. Я не думаю, не хуже рисовальщик рисовальщиков. Потому что, вот видите портреты? Матисс, Пикассо, это Модельяни жена, а там Климт. У меня есть такой цикл, вот это Крим, называется «Память Ван Гога», «Глаз Пикассо». А можно узнать, где вы учились? Вот вы сразу скульптурой занимались? Ну, я думаю, я опять, самый большой школу прошел я. Это дворец пионеров, 10 до 14, высший художественный училище Карла Мизяна Еревана, Дрезденская академия 3 года, мастерская Фриска Ремера, Бамеса, 6 лет здесь мастерская Ани Кошин, Пинчук, Аникушин, Кубасов, Стамов и Горевой. Вот такие были. То есть вы закончили образование, вам сколько было лет? 33. 33, а да? А начал первое образование, 14 лет поступить. Но все равно вы чувствовали, что вы скульптурой больше всего будете заниматься? Или 6 были... лет, 6 лет, 6 первая лет. Выставка в детском саду из пластилина. А, вот так вот, да? То есть вы сразу почувствовали вот интерес... У меня есть рисунки 14-летние, если посмотреть, не хуже Пикассо, честно говорю. Да? Да. А вот сохранились, а сохранились детские ваши работы? Да, 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 есть, есть. Ага, как интересно. То есть родители к этому, значит, очень внимательно очень относились, да? Мои родители говорят, тебе проблем нету, ты только работай. Правда? Да. Как вам повезло. Да. А у вас семья как-то была связана с искусством? Нет, абсолютно никакого отношения нет к искусству. Вот так вот, да? Очень интересно.
Так, здесь давайте еще меня, посмотрим. Здесь у меня вот Ева стучит, мужское начало внутри яблока, а все равно рай есть по ту сторону. Очень интересная работа. Да, эта работа интересует Испания. Ну вот она остановится. Я вообще, моя работа идет большой. А можно еще прокрутить вот с другого ракурса? Да, да, да. А, вот так вот, да? Моя работа очень большой интерес Европе. Да, я много продавал. Вот здесь у меня, видите, этот Чайковский. А я знаете, где ваши работы видела? В городе Канны. Да? Да. А, может быть. У меня много купили. Нет, не купили, а в галерее я видела в городе Канны целую вашу витрину с работами. Там не так было. По-моему, из российских художников вы на тот момент были чуть ли не один-единственный. Вообще у меня 650 скульптур. Угу. Это не шутка. 650. Угу. 3000 рисунков. Но я здесь не двигаюсь. Знаете почему? Я всегда такой вопрос даю. Служанка, может быть, графиня? Нет. Да? Нет, не может быть. Служанка, без графиня. Последнее время сантехники лепят, а доярки принимают. Вот ну, принимают, вы имеете в виду, те, кто оценивают вашу работу? Нет, вообще в мировом масштабе упал понять настоящее искусство. Я называю, сантехники лепят, а доярки принимают. То есть не там? Уровень нету. Люди не понимают искусство. Искусствоведы вышли, 25 лет девушка говорит, вы знаете, что такое скульптура? Мне говорит, 25 лет. И когда-нибудь трогали? Нет. Я 5 лет лепил, уже 60 лет я лепил. Так что вот. А как вам кажется, почему вот так в целом уровень? Что на это влияет? Я книгу пишу уже 20 лет. Если печатать, будет 600, может быть, больше. Еще Анна Кушина сказала, не надо печатать, тебе просто будет плохо. Я почему? Потому что, понимаете, уровень упал, это цель был фонда Сорес. В 91 году Сорес приехал сюда. Я помню, люди, художники очередь стояли, чтобы показать свои скульптуры, только абстрактные. Они не принимали другой, только абстракционист. И вот это и началось давление. То есть вы вот такую связь увидели, да? Да я глубоко знаю. Понимаете, я же в Германии. Вот то, что у нас сейчас творится, вот это, да, Каша? Я это видел в 77 году, 1900. У нас сейчас. А как вам кажется, выход из этой ситуации какой? Есть. Ну, для этого нужно немножко профессионалов, чтобы двигаться. Профессиональные художники, чтобы профессионер. Ну, понимаете, профессионализация это не очень сложно. То есть все-таки вернуться к тому, что не любое самовыражение есть. Видите, сейчас все говорят, реализм это плохо туда-сюда. Не реализм, мы не можем делать как Микеланджело, Леонардо или Кипренский или Репин. Да? У нас будет по-другому. Самое важное композиция. А композиция он пропал. Никто не думает про это. Ну вот, смотрите, я новую работу начал. Она. Это Пикассо кошками, это такой. Это Матис кошками, она еще глиняная. Это надо еще перевести. Здесь Клим, вот Клим. Клим, а, вот, да? Вот Клим. А, вот это. Да. А, это как бы картина поцелуй, да, такая? Да, объеме, но я да? скульптурно взял. А вот смотрите, это Фауст. Можно я воды пью? Да, еще, смотрите, наши заказчики. Это заказали, это Святой Спиридон. В Пушкине есть такая церковь, построена имени Спиридона, да? Я это лепил. Это серьезная работа, да? Там, смотрите, какой подход. И реализм, и декоративно. Чтобы барана, никто, ни один скульптор мировой еще не добился того, что еще здесь барана, да? Вот. А заказчики пропали уже 4-й год. Ни копейки не дали, вот так пропали. А вот смотрите, это мыслитель, мой мыслитель, как у Родена. Так у него лицо очень такое обобщенное, да? То есть да, все да, внимание цельное. На пластику, да? Да, 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 да.
А вот, вот эта работа. Я делал это Шостакович. Здесь да? был Максим, вдова. Я лепил. Седьмая симфония называется. Здесь стихотворение. Здесь по нотам написано Шостакович. Это сын сказал. Я лепил в 2005 году. Так и стоит. Потому что мешает. Не дает, чтобы я двигал это вперед. Да? Да, уже 2005 года. 17. А вы предполагали, где его установить, в каком месте? Уже все же готовы, готовы. Это филармония. А, филармония? А филармония стоит такой партийный человек, вот так стоит, называется Шостакович. Вот а здесь музыка. Да? Здесь есть его, смотрите, какой внутренний мир. Рука, которой он дрожал всегда, держал здесь слух, слушается это. Ну, в общем, вот, это все тоже мои, вот так. То есть вы занимаетесь и графикой, и живописью? Я преподавал. Да? А где вы преподавали? Академия, рисунок. Я ушел. В Академии художеств, да, рисунок? Да, да, я ушел, потому что времени нету. А, и живопись ваша? Да, да, все. О, как интересно, какая у вас живая живопись. Живая живопись, это так, конечно, не говорится, но она действительно очень такая динамичная. Вот я. Я сейчас в Ереване три месяца делал 120 картин. Живопись? Да, 120. Ага, и где они? Они сейчас дома, надо принести сюда. То есть вы какую-то выставку готовите? Да, да, 26-го, по-моему, должен выставка. А где? Союз художников. Союз художников? О, надо будет обязательно прийти посмотреть. Ну, как очень интересно. Ну, очень интересно. Я ваши скульптуры видела, и у цирка ваша скульптура замечательная стоит, да? То есть все равно в каких-то различных галереях, поскольку у вас такая пластика интерьерная, да, очень много интерьерной. Да, 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 она узнаваемая. Поэтому я видела очень много, где ваши работы. И вот теперь... Счастливо познакомиться с вами лично. Спасибо за такой интересный рассказ. Вот так я еще немножко покажу работы. Спасибо. Пожелаю вам в новом году, чтобы многое, что вы наметили, свершилось. Прошла ваша выставка. Она когда должна быть? Ну, 26-го. Это я не один. Там будет новогодняя праздничная выставка. Там будет... вот армянский... А, вот это. Ага. Это Веслок Маштот. 4 век. Вот это место в Маштот, 4 век, да? Вот это будет, и еще будет, из Еревана принес картину, называется «Старый Ереван», «Конт». Да. То есть в декабре уже эта выставка откроется? Ну, вот сейчас. Вот сейчас, да? Да, 26-го. Да, и вот это будет скульптура. То есть несколько человек будет? Не знаю, знаете, мне говорят, принеси, я приношу, а что там? Я и туда, там не хожу. Я очень, знаете, я не общаюсь с людьми. Просто у меня такой принцип, что не люблю тусовки, ходить, говорить, что, знаете, это я, вы, это я, смотрите, я могу что-то сделать. Смотрите, вот эта работа, я дзеллер 23 года, балерина. Это до поступления в академию. Вот это. О, да? Да. Ну, она очень профессиональная, да, работа. Да. Может быть, вам и не надо было учиться в академии? Они Кушенька, для чего тебе поступать? Ты из Германии приехал, ты хороший мастер. Я говорю, знаете, свободный мастерская, бесплатный натура, все бесплатно. Еще Советский Союз, 80-е годы. Все понял, давайте. А как же вы оказались в Германии? Это же было сложно. А я служил и потом остался там. Остался как главный художник ГДР. Так бывает? Да. Ничего да, себе. Да, и мы платили очень большие деньги. Ничего а вот, себе. Помните, знаете, вот это маломорская бульдог стоит. Это моя бульдог. Вот. Это вот фотограф. Фотограф не я, это Петро. Вот она. Понятно. А я думаю, да, слушайте, как интересно. Вот, оригинально. Как интересно, да. А кто скульптора лепил? Петров. Петров, то есть это вот у вас такая совместная работа, да? Ну, нельзя так сказать, не буду. Возможно, совместный. Ага, хорошо, но очень интересно. Буду знать, я не знала. Вот видите, как сколько всего. Сколько деталей, оказывается, есть. Ага. Ну, я считаю, это не важно. Вот здесь Камитас сидит, вот здесь. А вот это похищение Европы, смотрите. Я как решил. Не похищал. Вот хвост положить туда, руку сюда и сказать согласен. Интересно, мелкая пластика. Замечательно. Да, а вот эта работа в Каннах есть. Потом Вильны, Мюнхен купил, вот такой. Адалиска, воспоминали Матисса. Очень интересно.
Угу. Пластика, да? Да. А вот эта работа более ранняя, да, и потом... Да, да, это 2002 год, а это уже 2008 год. А, то есть вот такой вот... Такой... Да. А вот это данное воспоминание Тициана. Угу. А это обиженно у Татлина. Я создал кубизм свой. У Татлина заходит, это кубическая форма моя, выходит, а здесь ждет Ашот. Интересно. Это первый Малевич, называется Малевич Большевик. А, вот такой эскиз, да, да, который был Глиняный. Да, да, да. Но он, кстати, тоже интересный. Да. Вот он в керамике тоже интересный. Да, он да. Как скульптура. Последний путь, вот, последний путь Лермонтова. Вот Лермонтов идет, горы, а где солнце, там дырка. Очень интересная такая работа. Ну, он тут, может быть, даже не Лермонтов, это может быть вообще такая скульптура в целом, да, как-то о судьбе, да?